Начать я хочу со стихотворения своего редактора Сережи Тимшина. Знакомство наше, собственно, думаю, состоялось просто из-за того, что у нас день рождения в один день, 29 марта. Мы оба овны. И по этому случаю он попросил меня прочитать следующие строки. «Милая, март заливает округу, солнце расплескано, люди скользят. Ах, не упасть бы, смеются друг другу. Здравствуйте, говорят. Милая, с пятиэтажек лавины ухают снежные, поберегись. Автомобили и блестящие шины фыркают грязью брызг. Милая, в новое тысячелетие звоны весны устремляют разлет. Жизнь нескончаема, и для бессмертия каждый из нас умрет. Милая, ты ли нахмурила дуги чутких бровей? Улыбайся словам. Солнечный март куролесит в округе. Вестник рождений нам». Thank you.